И последнее. Всероссийская перепись населения продолжается, в том числе и самостоятельная, через интернет. До 8 ноября опрос доступен на портале госуслуги. Это позволит сэкономить время и обезопасить себя в период всплеска заболеваемости вирусными инфекциями. В личном кабинете интернет-сервиса заполнить информацию можно сразу обо всех членах семьи. Впрочем, открыть дверь переписчику все равно потребуется для завершения процедуры. Показать QR-код, который появится по окончанию онлайн-анкетирования. В случае возникновения сложностей при самостоятельном прохождении переписи можно задать вопросы по номеру телефона, который сейчас вы видите на экране. Общение с переписчиком у вас, конечно, займет от 20 до 25 минут. Все зависит от того, как вы будете отвечать на эти вопросы, с какой скоростью. Но в среднем 20 минут. Либо вы просто переписчику покажете свой QR-код, он считает, даст вам подтверждение, то есть 11-значный код он вам тоже даст. И это вдруг для того, чтобы вам, ну, кому-то где-то показать, что вы действительно переписались на сайте госуслуг, и вас переписчик тоже учел. У вас это займет, ну, максимум минута.